Это макет бюста героя Советского Союза Александра Ярославцева. Какой подвиг он совершил, местный скульптор Иван Ефремов хорошо знает. Перед тем, как приступить к работе, изучил биографию своих земляков. Степанов награжден героем уже посмертно. В 43-м году их полностью расчет разбомбили самолеты. Всего за годы войны на фронт ушли более 8 тысяч жителей Шарканского района. Половина из них не вернулись. В память о них в Шаркане стоит стелла с именами погибших. Теперь здесь, в сквере Победы, появятся и бюсты односельчан, героев Советского Союза и полных кавалеров орденов славы. Таких 4. Начинал по фотографии, потом очень много уже начал всматриваться в лица прохожих и искать подобные черты, формы лица, чтобы похожие формы головы. Проект «Сквер Победы» шарканцы реализуют по программе инициативного бюджетирования. Грант выигрывают 2 года подряд. Работа над макетами уже почти завершена. В первую очередь это большая ответственность, потому что работа не в интерьере, не в комнате будет стоять. И не один год должна прожить. Потому что бронзоматериал был очень долговечный. Очень важно, чтобы знали люди память о своих героях, героях Великой Отечественной войны. Помнили не только своих, скажем, дедов и прадедов, но и помнили тех, кто внес наибольший вклад, скажем, да, кто является, получил звание Героя Советского Союза, кто стал полным кавалером Ордена Славы. Подготовить макеты Василий Ефремов планирует к середине лета. После их отправят на литье. И уже в следующем году бюсты установят в Парке Победы. Наталья Байгозина, Вероника Ваулина, Юрий Егоров. Новости. А дети?